долгоиграющие предметы быта и труда, они делают хозяев этих предметов более независимыми. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на канале «Перехват управления». К нам в гости зашел Владимир Николаевич Баглаев, директор Череповецкого литейно-механического завода. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Виктория, добрый вечер или доброй ночи. Ну, как всегда. Как всегда. Владимир Николаевич, у нас сегодня тема «Научно-духовное обоснование техники». То есть, к чему это я? Товары у нас сейчас качество не очень. Возьмем какие-нибудь запчасти к машине, да? Ставишь на машину запчасть, машину спускаешь с подъемника, и запчасть ломается. Вот. Как нам сделать так, чтобы у нас машины служили долго, не ломались? Как, казалось бы, простой вопрос, но он философский, по большому счету. А зачем нам делать такие машины, которые не будут ломаться? Если сделать машины, которые не будут ломаться, если будут появятся лампочки, а у нас такие были, которые вообще не перегорают, как деньги тогда зарабатывать? Дело даже не в этом. В принципе, получается, ситуация достаточно странная. У нас по-хорошему, если поставить перед цивилизацией в целом задачу делать вещи, которые максимально долгий срок служат, по возможности вечно, да, то, в принципе, весь ход цивилизационного развития, по идее, и, соответственно, управляющие механизмы внутри стран, внутри геополитических, так сказать, моментов, они пойдут по-другому. И в данной ситуации вопрос возникает не как нам сделать, а зачем нам это сделать. Здесь возникает столько жутких противоречий, что, в общем-то, да, некоторые вещи, на мой взгляд, являются достаточно, с точки зрения даже экономики, глупыми. Почему? Потому что когда вот мы, как завод, участвуем в тех или иных тендерах, и иногда мы видим, что с точки зрения себестоимости, вот важно, ладно, там еще государственные контракты, туда главное, чтобы было дешевле. Хоть любую картонную железку поставь, даже не картонную, а бумажную, лишь бы она по цене прошла. И все в порядке. Но когда точно так же рассуждают уже и крупные компании, холдинги, которые говорят: так, ребята, у нас есть бюджет на год, он выделяется вот на такую сумму. И больше, чем эту сумму, мы выделить не можем. Мы говорим: подождите, вот у нас есть, скажем, такое-такое-то изделие, оно у вас всегда стояло примерно от 3 до 7 лет, в зависимости от того, в какой зоне стоит. Оно стоит на 25% дороже по разным причинам, чем то, что вы сейчас по цене можете принять в рамках вашего бюджета. Но оно отстоит год, может быть, чуть больше. Нормально, говорят. Почему? Потому что в следующий год у нас будет такой же бюджет. Мы тогда... Но если мы сейчас этот возьмете, мы в следующем году сэкономите, стоп, мы в этом году не можем перешагнуть размер бюджета. То есть это рассуждение уже даже не государственного... не государственные привычки, это обсуждения и рассуждения, которые проникли в том числе так называемые международные корпорации и холдинги, которые управляются там аудиторами из разных там McKinsey, которые, в принципе, прописывают определенные протоколы принятия решений о закупке тех или иных материалов или изделий. Это факт. Значит, второй момент. Третий момент. Опять-таки, оборудование. Значит, современный станок хороший, с ЧПУ, там все здорово. Ну, до капремонта вряд ли выдержит 5 лет. Ну, может быть, 7. А если в хорошем, в общем-то, нагрузке с ним работать, то 3 года, и он убивается напрочь совсем. При этом у меня остаются советские станки, которые в советское время отработали не один десяток лет, и сейчас при минимальной, в общем-то, доработке и по поддержанию качества уже тоже работают уже не один десяток лет и продолжают работать. Я понимаю, что через 10 лет, да, они не ЧПУ, да, там требуется человек, но с точки зрения железа, ну, мягко скажем, это небо и земля с тем ажурным, в общем-то, изделиями, которые мы получаем сейчас. Ведь у нас вот даже был случай на предприятии,
когда мы привезли станок обрабатывающий токарный, и оказалось, что для того, чтобы он выдерживал определенную точность обработки, необходимо не просто было установить его на фундамент и так анкерные болты, необходимо было загонять в состав специальной смеси, которую мы везли в Германии для того, потому что в России просто так в бетон загнать было нельзя, мы теряли точность. И дальше у меня не мог не возникать вопрос. Вот наши старые станки, скажем, известные ДИП, это ДИП-500, его можно было на асфальтовую дорожку поставить, на плитку в Москве, вот, которую таджики ложили, и ничего бы с точностью изготовления не произошло. Поэтому с точки зрения того, а почему так происходит, вы знаете, мне кажется, у нас своеобразная, в общем-то, философия, навязанная кем-то, кто сверху нам разные виды философии навязывает, да, это зеленая повестка, голубая повестка, радужная повестка, там, гендерная повестка, еще какая-то повестка. Это одна из видов повесток, которая, в принципе, каким-то незаметным способом проникает во все, в общем-то, сферы нашей жизни. То, что многие люди воспринимают это, а зачем? Это ж вроде как неправильно. Ну да, у нас многие вещи, а зачем, вроде бы неправильно. А зачем у нас начинают закрываться предприятия под теми или иными, вот, зеленая энергетика, так называемая. Все же понимают, что это чистой воды декларация, и любой электромобиль с точки зрения экологии, он более вреден для экологии, чем действующие достигнутые нормы в рамках наших двигателей внутреннего сгорания. Понимают. Ветряки, солнечные батареи. Все красиво звучит до того момента, пока не начинаешь комплексно оценивать воздействие на природу. И когда смотришь, получаем, в общем-то, странную информацию о том, что это не экологично, это наоборот. И дальше возникает вопрос. Есть ли, в принципе, вся информация о том, что предлагаемые всему миру решения совершенно не являются тем, что определяется как цель, экологичность и так дальше, то зачем это делается? И вы знаете, в какой-то момент вопрос не может не возникать, а тем, кто ставит эту повестку, им-то зачем? И по большому счету мы с вами постоянно приходим к одной и той же мысли. Дело в том, что мы с вами постоянно будем упираться в один и тот же вопрос. Это вопрос власти. Власти над теми, кого вы хотите записать в рабство. Дело в том, что если у вас есть что-то, что служит вечно, а потом вы купили что-то еще, что служит вечно, а потом вы что-то купили еще, что служит вечно, то, что вы можете использовать у себя в семье, то, что вы можете передать по наследству, а потом по наследству то, что вы передали, следующее по наследству могут передать, то, в принципе, этот человек с каждой новой приобретенной долгоиграющей вещью становится все больше и больше независимым от поставщиков внешних услуг и товаров, я так скажу аккуратно. И другое дело, если вы постоянно зависите от того, привезли вам в дом картошку фри и к нему одноразовую микроволновку, и не привезли, условно, понимаете, это я так, конечно, утрирую, тем не менее. То есть вы привыкаете к определенному уровню жизни, к определенному, в общем-то, уровню лени, чего же греха таить, стабильности. И стабильности, да, и вы на нее подсаживаетесь, как любой нормальный наркоман, который получает дозу, получает некоторое удовлетворение от этой дозы, и он после этого очень тяжело может без этого обходиться. Таким образом, подсаживаясь на дешевые, значит, чем интересны вещи, которые мало служат, они дешевые. И в ситуации этой самой дешевизны, а вас специально вгоняет в ситуацию, когда вы к комфорту привыкли, а денег на дорогую вещь у вас нет.
вспоминаем поговорку: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». Но сегодня население не только нашей страны, но и многих стран мира настолько бедны, что те не могут купить ни, ни дорогие вещи, ни даже дешевые. Но на дешевую вещь вам дадут, по крайней мере, кредит, что тоже позволяет взять над вами определенного вида контроль. Да? И дальше просто тупо возникает простой вывод, что такого рода массовое наличие дешевой, быстро ломающейся, выходящей из строя техники и других элементов окружающей нас быту подсаживает народ на, в общем-то, более-менее комфортное существование, но полную зависимость от тех, кто в короткой временной перспективе контролирует ваш комфорт и ваш уровень лени, который вы можете себе позволить, окружая себя тем или иными приборами. Там кофемашина, там электрочайник. Вы понимаете, вот электрочайник, казалось бы, с точки зрения логики, для экологии, для всего остального, ну не выгоден. Вот поставил его на газ, но это мелочь. Но она требует, во-первых, больших движений и большего потери времени. А мы привыкли, надо сделать быстро и максимально меньше нажимая на кнопки. Если на кнопку надо нажимать 4 раза, а можно 3 раза нажать, все, мы однозначно переходим в режим нажимания 3 кнопок, даже если это прибор, который ломается быстрее, условно говоря. И это не потому, что мы плохие. Общество потребления принципиально готовится именно к такому подходу. Как правильно говорил специалист по мозгу Савельев, что по возможности, если человек может себе позволить лениться, он будет лениться. Если мозг человека может позволить лениться, мозг будет лениться. Я скажу по себе, что иногда... Вот я понимаю, что вот есть время, там надо делать то, надо сесть, напрячься и продумать, прописать ту или иную схему, ту или иную, тот или иной алгоритм, и лет, ну, надо концентрироваться, то есть все надо, вот времени не остается, надо заставить себя, и необходим определенный уже толчок для того, чтобы мозг, как говорится, как санки, вот когда уже запустил, они поехали, так и по мозгу надо... Все, начинаю думать. А дальше уже просто включается определенный режим, и ты уже начинаешь получать некоторое наслаждение от того, что ты начинаешь думать. Это уже катится. Но вот момент старта – это вот… Сила воли. Ну, как хотите называть. То есть мозг хочет лениться. И человек, в общем-то, по возможности, говорится, лучше быть… богатым и здоровым лучше водку пить, чем воевать, да, вот эта старая вот песня. Она, конечно, условно говоря, сильно утрирует, но по большому счету по этому принципу сейчас дрессируют общество во всех наших странах, мировых странах. Поэтому, когда вы говорите, а давайте, мы начнем делать вещи, которые будут служить долго. Вы понимаете, в этой ситуации вы ломаете всю схему управления людьми, теми, кто поставил свою задачу закабалить этих нас с вами, понимаете? То есть, если уж семена, то только на один раз посеял, урожай снял, и больше ты не посеешь из того урожая, купи еще раз. Если уже куры и яйца, которые надо взяться немедленно, да, то вроде мы как решили продовольственную безопасность, но оказалось, что куры как бы вроде и есть, а яиц, из которых можно курей выращивать, как бы нет. Может, какие-то есть, но из них куры не появляются. Поэтому мы за этими яйцами в Турцию и в Азербайджан. Хотя читались, что вроде как продовольственная безопасность. И процент там был высокий по пиццефабрикам. То есть, вот и так буквально по всем. По жилью. Ну, честно говоря, на мой взгляд, тема чрезвычайно больная. Я не знаю, чувствуют это москвичи, не чувствуют. Но москвичи живут, и они общаются в том числе и с теми немногими русскоязычными инженерами, которых еще не выгнали со стройки, не совсем русскоязычные инженеры. И когда они рассказывают о том, как они строят это жилье,
Не то чтобы у меня волосы дыбом поднимались, я вижу, что у них в момент рассказа поднимаются волосы от того, что они строят как жилье. Не только в Москве, это касается технологии возведения практически по всей стране. И дальше у меня не может не возникать вопрос. Ребята, вы можете сравнить сталинку с тем, что сейчас вводится в строй? И дальше просто возникает вопрос. Ребят, а зачем вот за такие деньги строить вот то, что реально, ну, вряд ли по факту сможет быть пригодно для жилья 30 лет? Ну, может быть, вы до пенсии там поживете, может, даже до старости. Но это вот все в наследство передать точно не получится, оно столько не выстоит. И если мы с вами, весь мир озаботился, что надо снизить нагрузку на экологию, мы же так говорим. Грета Тунберг, моя любимица, любимее ее для меня только Эльвира Сагидзадана Набиуллина, которая говорит, давайте снизим нагрузку на экологию. Давайте, думаю я, давайте мы снизим, поэтому мы сделаем хорошую вещь, чем из этого всего делать три дерьма, которые сломаются через год, и надо снова рубить, качать. А главное, что на мусорку пойдет. Совершенно верно. И при этом у меня не может быть вопрос. Ребята, которые там в мире управляют зеленой экономикой, а вы вообще как вот эти вещи между собой увязываете? Но они по этому поводу не беспокоятся. Почему? Потому что процесс отупления, оглупления, одебиливания населения, уничтожения образования – уничтожение людей, которые могут мыслить критически, они настолько добились большого в этом успеха в этом направлении, что, в принципе, задаться простым вопросом, а зачем те, кто управляют миром, проводят зеленую повестку, параллельно делая все, чтобы максимально нагадить на этой планете, и при этом они говорят, ребята, а давайте мы срочно снизим потребление ваше. Вы не зажрались? Вот общество потребления, мы вас 30 лет воспитывали, вы не зажрались, общество потребления? Ну, по большому счету, наверное, где-то да. А давайте мы вас пронормируем. Интересный вопрос насчет нормирования. То есть, ситуация, когда после того, как нас приучили к определенной, в общем-то, ленивой жизни, где-то так, ну, чего же их отаить, она действительно, наша жизнь отличается от того, как наши жили предки, даже лет назад. Ну да, корову не доим. 4 часа утра это поднялся, корову подоить, там туда-сюда. Это просто день расписан. На Мальдивы на 2 недели выехать в течение года сложно, корова сдохнет. Ну, зимой. Что зимой? Нет, ну если корова, то да. Нет, ну опять-таки зимой на лыжах на Мальдив сложно. Ну, мало ли, может, кто-то уперся. Но, тем не менее, я сейчас пошутил, но на самом-то деле мы действительно делаем жизнь все более и более комфортной. И вопрос высвобождения свободного времени у людей, он действительно сейчас очень-очень серьезно. И все чаще и чаще поднимаются вопросы в мире. А что делать с тем количеством свободного времени у людей, которые, в принципе, для производства уже не надо? И в какой-то мере действительно дешевое, низкокачественное производство, оно в том числе решает вопросы того, что оно в какой-то мере увеличивает количество людей, которые как бы чем-то заняты. Я помню вот один свой первый приезд, когда я еще в Америку прилетал. Я слышал, там вот все там очень высокая производительность труда. Эффективность труда в Америке просто невероятная. Нам никогда не догнать эту эффективность. Вот я вот все это почитал, все думаю, поеду учиться эффективности повышения производительности труда в Америке. Я выхожу из самолета, иду по аэропорту, мне надо пройти туда-туда-то. И что мне бросается в глаза? Через каждые 50 метров стоит модельной внешности негритянка, афроамериканка, килограммов так под 150, причем как одна, где они их выращивают, я не знаю, вот, с вывеской, что вот есть, чтобы пройти туда, надо идти туда. То есть просто поставить на этом месте табличку-указатель было бы дешевле намного и даже, может быть, приятнее. С точки зрения этичнее, да, потому что ну что издеваться над молодыми женщинами в данных фигур. Но таким образом
создаются рабочие места. То есть сначала они их максимально оптимизировали, а потом решили, а где же нам расставить тех, кто был оптимизирован? Давайте мы их поставим с табличками в аэропорту. То есть, может быть, на отдельном видном производстве они что-то и более производительные, но с точки зрения производительности общества сразу возникает вопрос. Ну, скажем, есть спорные моменты, я бы так аккуратно заметил. Поэтому то, что вы вопрос задали, он по большому счету философско-цивилизационный. То есть переход на экономное расходование ресурсов планеты – это перестройка вообще подхода к потреблению не в отдельно взятой стране, а на планете вообще. И, соответственно, другой подход к тому, как будут управляться элитами и верхами, ну, скажем так, подчиненные слои общества. Потому что, еще раз говорю, долгоиграющие предметы быта и труда, они делают хозяев этих предметов более независимыми. Скажем, владелец Volvo 10-летний, он более независим, чем владелец 3-летней какой-то китайской погремушки на колесах. Хотя эта погремушка все равно более качественная, более дешевая уже, чем другие погремушки, которые мы тут можем видеть. И это тоже второй вопрос, который не может не возникать. То есть, ну, это уже вопрос суверенитета технологического, которая тоже, в общем-то, с моей точки зрения, упирается в то, а мы, как страна, можем заявить на свой путь, свой подход вот в этом плане. И я знаю, некоторые говорят, а что мы покупаем это вот китайское Г? Но а на что мы заменим китайское Г, если не будем покупать? Хороший вопрос, да? Это же китайское ЭГЭ, оно дешевое. У нас, учитывая, что китайцы 30 лет развивали свои технологии, массовое производство, они обогнали сегодня... Нас они точно обогнали и в технологиях, и в качестве, и в культуре производства уже обогнали. Может, по этому поводу как угодно расстраиваться. Мы 35 лет гробили страну, они 35 лет ее развивали. Соответственно, при всем уважении к достижениям наших предков, нам надо что-то делать с этим делом. Но дальше возникает вопрос. Мы в любом раскладе попытки замещать освободившиеся ниши рынка своим продуктом не можем делать в рамках тех цен и того качества, которые делают китайцы. Нереально, невозможно. А дальше возникает тоже развилка. Что делать, если сейчас сказать, мы не будем покупать дешевое китайское Г, мы заставим покупать российское дорогое Г, да, условно говоря. И потребители скажут, а зачем мы за российское Г будем платить в 1,5 раза дороже, чем за китайское Г? Это нехорошо. Вот пускай они научатся делать такое же Г, как китайцы по этой цене, тогда мы возьмем наше. А они научатся? Нет. И здесь мы попадаем на стандартную развилку историческую, которую, в общем-то, каждая страна решает по-своему, включать протекционизм для развития страны или не включать. Дело в том, что когда вы включаете протекционистские меры, у вас население однозначно беднеет. Почему? Потому что она вынуждена те же самые вещи, которые покупала вчера дешево, покупать завтра дороже на 20%, на 30%, на 40% и выше. То есть, таким образом, за счет населения происходит инвестирование в собственное развитие. И так как всегда в этой ситуации есть сторонники и одного, и второго направления, в зависимости от того, кто возьмет верх в этом споре, и определится, как будет развиваться страна. На самом деле история дала ответ на этот вопрос. То есть, если посмотреть, какие страны в конечном итоге стали главными странами в мире на планете, это те страны, которые в свое время приняли решение, как бы ни было тяжело для населения страны, вводить свой протекционизм. Еще раз напомню, что
главное седалищное место Великобритании, в Англии, это мешок с шерстью. Да? Это вот то, с чего начиналось величие огромной империи Англии и Великобритании. То есть это меры жесточайшего протекционизма. Никакой поставки высокого передела шерстяных изделий в Великобританию, только свое. Никакой поставки шерсти Великобритании без передела за рубеж, только готовые изделия. Вспоминаем, опять-таки, что послужило в том числе причиной, почему возникли те или иные бунты в США и как она бралась в независимость. Одна из них – это закон, который запрещал, в общем-то, выпускать высокопередельную сталь в США. Только дешевый чугун. Все остальное из Великобритании. Напомню, что когда Великобритания поставила на колени Индию и грабила эту страну, то само наличие любого производства в Индии, даже небольшая мастерская, считалось уголовно наказуемым делом с точки зрения белого колонизатора, который, в общем-то, нес цивилизацию в эту дикую страну. Я, конечно, утрирую, понимаете. Поэтому в данной ситуации возникает вопрос очень простой. Если мы, в принципе, рассматриваем ту проблему, которую вы, Вика, поставили, а зачем нам дешевые вещи? Давайте сделаем дорогие и качественные. То надо понимать, что дорогое качественное изделие, оно стоит дороже, чем дешевое. И первый вопрос, который возникает. А кто у нас в стране из населения готов платить ту цену, которая будет стоить хорошее качественное изделие? Это смотря первое. Сколько оно будет служить. Стоп. Стоп, нет, вы сейчас вот как старый олигарх рассуждаете с вашей точки зрения богатого человека. Не все люди в стране живут так богато, как вы, понимаете? И поэтому, может, кто-то и хотел бы купить старого вида Мерседес, который 30 лет может ездить, но не все могут себе позволить. А вот консервную банку в кредит взять еще можно, и она год-два поездит. Я утрирую, но тем не менее, ну, как без шуток в наше время, да. Поэтому в данной ситуации, в любом случае, попытка поменять подход к потреблению – это попытка не только поработать над экологией планеты. Она затрагивает буквально все направления глобальной повестки в мире. И самое главное, что она затрагивает в этом мире, как ни странно, это как раз вопрос власти и управления. Потому что это один из элементов закабаления населения. И когда вы говорите, а зачем нам вот так? А затем, чтобы у вас ошейник был тугой, а поводок был короткий. И чем меньше служит изделие, тем ваш поводок короче. И когда вы говорите, а зачем мне короткий поводок, а можно длиннее? Вам там, может быть, длиннее хотелось бы. Но нам, для того, чтобы вы, рабы, не сильно степенью свободы пользовались, мы не хотим. Мы вам еще и этот обрежем. Привыкайте пока к этой длине. А завтра мы скажем, даже эта вот личная кофемолка, которая служит 6 месяцев, она уже не ваша, она в кредит, она в лизинг, она в аренду. И будете плохо вести, мы отключим газ. Эту тему уже с психологом надо обсуждать насчет нашей цивилизации. То есть вы ко мне советуете обратиться к психотерапевту? Не-не-не, я предлагаю вообще эту тему обсудить еще с психологом, насколько это вообще правильно. Ну, это же дурдом. Мы же понимаем, что весь мир – это большой Вика, дурдом. Значит, для вас зеленая повестка – это не дурдом. Голубая повестка – это не дурдом. Три буквы «здоровье» – это не дурдом. А вот это дурдом. Подождите, ну у нас вот целый коридор сплошные шестые палаты. Почему вот именно эта шестая палата вам не понравилась после всего? Они все в комплексе работают. В каждой палате свои больные и свой доктор. Я понимаю прекрасно. Я и говорю, что весь мир, я не говорю, что именно это направление дурдом. Я говорю, что все, что вокруг окружает... Нельзя брать одну вещь из системы, из комплекса системы управления и попытаться с ней решать. Нельзя, конечно. Эти все вещи между собой очень красиво, грамотно увязаны людьми, которые формировали подобные мероприятия на пути к новому мировому порядку. Но вы порядку. Сами сказали, что у них произошла ошибочка, которую мы сегодня вскрыли.
Вы знаете, как в том старом анекдоте про съезд дофинистов и генерального секретаря дофинистов, да, который с трибуны съезда говорил, что господа члены партии дофинистов, там, вот нам война там по барабану, нам там голод по барабану, там все, ура, да, нам все по барабану, все, конечно, все по барабану. Ну, короче говоря, выбрали его снова генсекретарем, и он уходит с трибуны, его журналисты спрашивают, скажите, господин генеральный секретарь партии дофинистов, а вот женщины, вино и деньги вам тоже по барабану? Не, женщины, вино и деньги не по барабану. А вот и неувязочка, а нам по барабану ваша неувязочка. Поэтому то, что вы как бы нашли эту какую-то ошибку, вы понимаете, в рамках их движения, к их цели, им по барабану то, что мы нашли у них очередную 115-тысячную ошибку. Это я прекрасно понимаю, но главное, чтобы люди наши тоже понимали, что лучше... пусть даже чуть дороже, не надо совсем дорого, но качественно. Виктория, и чтобы долго служило. Я уверен, что... Мусорки будут у нас пустые, планета у нас будет чистая. Это правильно, по крайней мере. Мы с вами бы еще затронули тему ВВП, как раз это, по-моему, тоже в эту же тему входит, да, ВВП? Ну, давайте так. Но это в следующий раз. Это в следующий раз. Я считаю, что по большому счету то, о чем с вами говорили, процентов 90 наших слушателей и так это прекрасно понимают. Но, с другой стороны, наверное, лишний аргумент лишним не будет. Каламбур. Спасибо. Друзья, с нами был Владимир Николаевич Баглаев. До свидания.